Привет всем подписчикам, а также случайным зрителям. В этом видео я вам покажу, как можно изменить шрифт в Инстаграме и сделать его более красивым, таким, каким вы захотите. Итак, в первую очередь мы заходим в поисковик Google, вводим здесь в поисковике шрифт Instagram. Сразу же первый сайт, который выпадает, он называется fontsforinstagram.ru. Заходим на этот сайт. Смотрите, здесь вы пишете текст, который вы хотите ввести в Инстаграме. Сразу скажу, что этот шрифт применяется везде в Инстаграме. Вы можете оформлять вашу страницу. Вы можете отправлять сообщения приватные своим друзьям этим же шрифтом. Вы можете оформлять публикации свои. Вы можете оставлять комментарии. Все эти тексты вы вводите сюда, желательно на английском языке. Сразу скажу один такой важный момент. Потому что если вы ведете на русском языке, то шрифт, ну, будет разнообразие, но оно будет небольшим. А вот на английском языке реально очень большое разнообразие. К примеру, давайте я вам сейчас покажу. Мы вводим, допустим, слово «Hello, guys». «Привет, ребята». И внизу у нас появляется альтернатива. Смотрите. Вот ваш текст. Внизу вы выбираете шрифт, который вам понравится. Реально очень большое разнообразие шрифта. Абсолютно любой. Со смайликами. Более такой творческий. Более спортивный. Ну, там разные есть шрифты. Смотрите. Очень много. Ну, давайте для примера возьмем такой шрифт более красочный, там, со смайликами. К примеру, вот такой вот. Мы его выделяем, там, где вам нужно выделить. Копируем. Все, вы скопировали нужный вам шрифт. Теперь вы заходите в ваш Инстаграм. К примеру, я хочу отправить приватное сообщение. Допустим, я отправлю сообщение своей сестре. Так, вводим, вставить, отправляем. Вот отправилось ей сообщение. Вот Инстаграм моей сестры. Кому он интересен, я оставлю ссылочку в описании под этим видео. Но у нее такие разные прикольные фотки есть, поэтому, если вам будет интересно, можете подписаться на ее канал. Она очень любит, когда ставит лайки. Так, теперь я вам покажу, как вы можете изменить свою публикацию. К примеру, вот моя публикация, я ее публиковал 26 сентября 2019 года. Я могу ее редактировать. Вот я здесь прописывал хэштеги. Также я могу написать, вставляю этот текст «Hello, привет, друзья» и сохраняю. Вот, смотрите, соответственно, теперь внизу под этой публикацией мой шрифт, который я выбрал. И этот мой выделенный текст, который я скопировал, я могу вставлять его абсолютно куда захочу. Могу на лицевую страницу вставить, вот как главная страница. Куда угодно. Вот такое вот получилось небольшое видео, ребята, с которым я поделился. Я надеюсь, это видео будет для вас полезным. Если это так, то оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пользуйтесь этим сайтом. Он реально классный, крутой и очень популярный. Всем спасибо за внимание, всем успехов и удачи!